Сейчас ехал в театр, как красиво в городе, невероятно. О! Я, собственно, и вышел для того, чтобы попросить выключить мобильный телефон и поздороваться и сказать несколько слов о том спектакле, который сейчас будет происходить. Этот спектакль называется «Прощание с бумагой», и над ним я работал последние 2 года. А от предыдущей премьеры этот спектакль отделяет 3,5 года. Так что нельзя меня обвинить в том, что я зачастил с премьерами. Именно в это художественное пространство многих моих спектаклей, книг, рассказов, ну и вообще это для меня художественное пространство в моей жизни. Я впервые в жизни видел человека новой формации. 25 числа в Москве пришел человек, он сидел 3 дня. Он очень долго ерзал, нормально одетый, лет 35. Он очень долго ерзал, видимо, ему было неуютно, неудобно, и в итоге он достал из портфеля iPad, навел на меня и стал смотреть вот так. Я серьезно послушал. Я подумал, что он снимает. На самом деле, я потом с ним заговорил, выяснилось, что он уже по-другому не воспринимает. Отталкивающее, хорошее, приятное, без надежды. Но эти слова могут легко... Я вас очень прошу, во время спектакля, верьте, пожалуйста.